你好。 Самое прекрасное, город очень большой, город очень впечатляющий, и мне нравится то, что в этом городе собрано очень много явлений. Чувствуется бурно развивающаяся индустрия Китая, чувствуется доброжелательность местного населения по отношению к представителям нашей страны России. И это прекрасно. И, конечно, те впечатления, которые мы получили от посещения достопримечательностей, это храм предков, вот эта вот телебашня. Я думаю, что это, конечно, далеко не все, потому что для того, чтобы узнать город Гуанчжоу поближе, здесь нужно находиться гораздо дольше. Гуанчжоу!